Это вот я Иринке делала когда-то, когда-то давно декупаж делала. Вот делала ей такое зеркало икейское. А это, мои хорошие, это ширма. Когда-то много лет назад ее Алинка рисовала, а я ее делала, эту ширму. Вот, ну, потом отдали ее Ире, она ее тут что-то разобрала на части, так и стоит. Вот это вот Алинка, да, глаз, который рыбками плачет. Бедная девочка моя, Господи. Это вторая часть. Я сумасшедшего мира рождения, словно начало всего аномального. Если любовь, то любовь до последнего. Если мечта, то мечта нереальная. Такую вот нарисовала. Да, вот Алинка была вся в этом. Вот, а на последней части вот такой одуванчик. Вот такую доску я делала Иринке. Она у нас любит красненький цвет. Ну, вот это вот флюитарт. Тоже. Обычная деревянная доска. Вот. Потом лаком покрывается одна сторона. Все. И вот это вот тоже я ей досочку подарила, сделала. Ну, это фанера. Это толстое дерево, хорошее. Это фанерочка, так? С русалочкой. А вот это, чтобы не забыть. Я же все забываю. Вот у Иринки есть вот такой улей, не знаю, там домик для кого-то. Вот сейчас приеду в Крым и тоже себе сделаю из веревки. Не знаю, для птичек или просто так на дерево повешу. Прям вот хочется мне сделать почему-то. Скоро мне в дорогу. И вот это все надо как-то... Тут еще не все. Тут еще вон сколько там всего. Надо что-то разобраться. Что-то у Иры, наверное, оставлю. Что-то, наверное, посылками отправлю. Но это вот все тяжесть. Надо тащить с собой. Путешественница. Лягушка. Чуть не забыла. Вот эту куклу сделала Алинка и подарила ее Ире на 50 лет. Вот такая у нее сова на голове, шишечки лежат. Почти 6 лет назад. Такая вот девочка. Сегодня у нас день благотворительности. Тащили каждый по вот этому здоровому пакету. Суббота началась удачно. Я принесу потом, пока она не заклеивается, я потом поставлю. Туда некуда. Так. О, все. Так я тоже мокрая вся.
тащили-то эти мешки, они такие неудобные. Да. Да были бы санки какие, то нету санок-то. Так бы раз да привезли бы. Ну все, 4 посылки отправили. Молодцы бабки, что сказать-то. Ой. Можно тебе 20 килограмм отправили. 20 килограмм. Ой. Все мокрые, по спине течет. Но сегодня хоть нет такого мороза. 12 градусов, это уже не мороз. Ой, магазинчик зашли. Вот, да, забыла вам сказать. В Мурманске во многих магазинах пенсионные скидки действуют для пенсионеров. 5%. Очень бы хотелось приехать в Черноморск и хотя бы 5% бы скидочку получить. Но нет. Вчера в комментариях мне одна девушка написала, что вот ей интересно было бы вообще узнать, как в Мурманске климат, население, там много чего интересного ей. Вот. Я так подумала, наверное, до Питера-то я все-таки на поезде поеду. Делать мне там будет нечего. Вот и буду вам рассказывать, что да как у нас обстоит. Стой, не бойся. Стоечку. Стоечку, тише, молодец. Молодец. Слоняра. Любит очень крабовые палочки мальчик. Что ж делать-то? Тише. Стоечка. Стоечка. Вставай, вставай. Вставай, вставай, вставай. Стоечка. Да ладно, скажи. Лапку возьми у него еще. Тише. Дай лапочку. Дай лапку, дай. Дай лапку, дай лапку. Дай лапку. Молодец. Вот так. Умница. Хороший котик. На тебе за это палочку. На. На тебе за это палочку. Вот. Вот. Видали такого кота? Думаете, эта картошка для чего-то режется? Нет. Это котику. А он вон сидит, бедный, мучается. Он там хвостом. Любимая еда. Сырая картошка, да. Главное, мясо вареное дала. Не стал есть, ушел. А картошку унюхал, прибежал, и вот тебе. Там видно тебе, покажи. Поближе там морду его. Я уезд. Вот такие коты вырастают на картошке. Бульбаши. Огромные, да? Корм там то да сё. Вот, а! Огурцы свежие. Крабовые палочки. Почки. Ну, сырые, обычные сырые, да. И картошка сырая. Яичко сырое. Ну, яички все любят коты. Это, ладно, это не удивить. А вот это вот, да. Ну что, мои дорогие, вот эта Галочка, которая прислала мне посылку из области, Иринкина дочка, вот она у нас такая красавица. Приехала и опять чего-то привезла. Ты ж моя золотая. Я помню эту девочку, которой было 1.5 года, она ходила, вынимала платок из кармана и сморкалась 1.5 года. Лёха, ну, а что делать-то? Красная. Да ладно, да. А чего ты? Так и было. Я же не вру. Вот, привезла опять чего-то. Ну, давай, ну, показывай.
Мало того, что она привезла гипс. Это вот, кстати, тот гипс, который, помните, вы с прошлой посылки доставали? Там была ягодная полянка, должна была быть с грибочками. Были. Вот. Они вот у меня вот есть. Внизу должно было быть, я его просто не вот могла так найти. Ясно. Это вот эта вот лента, она вообще в основном в цветы пластиковая, идет, но мало ли, да, мало ли куда там что, подтянуть что-то где-то как-то. Ты моя золотая. То есть оно тоже, ну, много куда надо. Вот видали, да? Вот видали, девка какая рукодельная? Вот это путная. Вот у нас шелковая нитка, если я не ошибаюсь, по-моему, шелк. Это я ее все время покупала на снасти, на рыбалку. Угу. Но... Ты на рыбалку ходил? Да, так я же вообще люблю рыбачить. У меня сразу... Когда вы выросли, что я о вас узнаю? А вот это вот у нас так, авантюрин. Это авантюрин и лунный камушек. Да. Ой, ты мой золотой. Это у меня были бусы, они там порвались, короче, я их разобрала. Это еще остатки того бисера. Ага. У нас. Так, вот это наполнители в основном... Ну, понятно, стекло, да, вот это, да. Стеклянные. Я просто увидела, что с пластиком вы не очень, вы любите стекло. Да. Мало ли, куда вам что-то какие-то там эти вазочки сделать или еще что-то, да, не ну, знаю. Сделаем что-нибудь. Вот это я в свое время тоже пыталась что-то с сережки делать, но что-то как-то не пошло. Поэтому вот... Все, что было, все. Ой, милая моя, спасибо тебе огромное. Ну и раз вы обожаете шерстяные нитки. У меня там был недошарфик, вот я его разобрала и принесла. Вот, ниточки. Ну, вот, как-то ну, так. Вот, это Иринкина дочка. А вот мать стоит, вот она улыбается. Спасибо, что? Голубки тебе. Здоровьем. Спасибо тебе, голубочка моя золотая. Самое главное, творчество. Мало там... успехов. Вот, спасибо. Самое она главное. Мне купила билеты сейчас по интернету. Сама перенервничала вся, но купила. Ничего, все. В прошлый раз я просто с мужем это делала, и было намного удобнее карточку вводить. Угу. А тут пришлось уже самой. Ну, вот такие все. Люди у нас на севере. Мои хорошие, мои золотые. Ой. Спасибо огромное. Гала! Вам тоже спасибо. А, ну я, да, о. Браслетик взял. А вот это вот, а вот это, я обожаю его. Ну, я все думала, кто найдется ценитель на это английское стекло. Это английское стекло. Мало того, что оно английское стекло, так оно еще смотрится... Интересно, да. А не то, что бывает иногда. Ну, как иногда. У всех, да? Вот, вот да, вот именно как у всех, я не хочу. Я хочу что-то интересное и разное. Вот. Молодец. Все, девочки, пока. Все, пока.